Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем трансляцию. Меня зовут Андрей Дуйко. Сегодня я трансляцию провожу из своего дома. И поэтому качество будет у нас немного хуже. Так. Людмила Голосан, здрасте. Татьяна Шестова, здрасте. Татьяна Алеференко. Здрасте, Андрей Андреевич. Ученица первой и второй ступени, купила Сангая и два замечательных вебинара. Стараюсь ежедневно делать практики. Подскажите, правильную последовательность, как делать практики, я делаю так. Обвести себя, запечатать, потом мантры, забыли ритуальную защиту. Если у человека каждое утро или... Если у человека постоянно есть какие-то нервные состояния, потрясения, появляются панические атаки, депрессии, то необходимо один, два или даже более раз на протяжении дня выполнять ритуальную защиту. Делать ее несложно, вы знаете, о чем я говорю. Итак. Богдан Колев, здрасте, здоровья, Италия. Анна Самарина, здрасте, человеческое спасибо. Слушаем всей семьей Шумы, спасибо. Очень люблю вас, наслушалась давно, лет 25 занимаюсь эзотерикой. Все, что вы рассказываете, очень интересно, спасибо. Добрый вечер всем. Однажды, с чего бы начать такого? Однажды Бог решил прийти к человеку. Он решил прийти к человеку и все-таки его выслушать. Выбрал вот так. Одного человека просто ткнул в пальцу и попал в женщину, среднестатистическую работницу, у которой двое детей, которая пробует как-то изменить свою судьбу или свою жизнь, или не пробует, ее это не имеет значения. Самой обычной судьбой большинства женщин, которые проживают на планете Земля, которую можно там с мужем живет или наоборот бросила и так далее. И Бог спустился к этой женщине в образе какого-либо существа, ну, допустим, там, мужчины или женщины, и говорит: «Здравствуй, уважаемая женщина, меня зовут Бог. Я бы хотел у тебя спросить, как твои дела?» После этого женщина вытаращила глаза и начала кричать ему: «Эти дела плохие, эти дела плохие. Почему эти люди не так делают? Почему они делают плохо? А ты должен делать так-то и так-то. Почему ты не сделал, когда нужно было сделать? Что это такое вообще? Неужели ты не видишь?» Одним словом, если бы Бог пришел к среднестатистическому человеку, то, скорее всего, он бы от этого человека услышал бы кучу обвинений и претензий. А вы знаете, так и есть. Большинство людей живет по принципу: я даже не исповедую, а я проявляю себя через призму претензий, через призму обвинений, стараясь максимально все время кому-либо ставя задачу. Почему так происходит? Наверное, вот почему. Люди забыли о главных ценностях, которые существуют для человека или которые даны человеку. Какая самая основная ценность? Самая основная ценность для человека – это все-таки жизнь. Жизнь – это драгоценность. Почему? Как это можно доказать? Я повторюсь, хотя уже говорил на своих вебинарах. Драгоценность человеческой жизни, она объективна, потому что в случае, если взять у человека имущество и сказать: у тебя есть возможность поменять еще один год твоей жизни или поменять на имущество, которое у тебя есть. Выбери, или имущество у тебя остается, но завтра ты умираешь, или ты отдаешь имущество и проживешь еще один год. Вы знаете, многие люди, скорее всего, согласились бы пожить еще один год. А из-за того, что люди, которые рождены или которые живут в обычной жизни, они постоянно стараются найти что-то, что, по их мнению, может сделать их счастливыми. То есть человек говорит: я буду богатым, и значит счастливым. Потом богатство достигает, и счастливым не становится. Я буду его или ее любить, и буду самой счастливой. Потом начинают жить совместно, и счастье не приходит. Вот когда у меня будет дом, я буду счастливым. И это очень частое явление. Так материально обычно не делает человека счастливым.
Духовное обычно не делает человека счастливым. Ничего не делает человека счастливым. Почему? Невозможно ощущать руку, если она уже есть у человека. Но возможно ее ощутить в тот момент, когда ты ее потерял. Таким образом, можно 100% сказать, что человек, имея счастье жизни на земле или самую большую драгоценность, игнорирует ее, не понимая, что она и есть самое большое счастье для человека. Ценя такую драгоценность, появляется ценность жизни. И тогда, как ювелир, Бог как ювелир, выбирая подходящую кайму для такого, наверное, ювелирного камня, выбирает, если камень некрасивый, недорогой, человек не ценит свою жизнь, он не относится к ней как к роскошной драгоценности, выбирает кайму какую-нибудь. Там, если это пластмассочка из дерева, а если это сверкающий, красивый бриллиант, то выбирает жизнь интересную, выбирает жизнь, усыпанную яркими моментами. Естественно, человек должен тут же сказать мне: Андрей Андреевич, что же это такое, если все вокруг виноваты, если все вокруг плохо? Дело в том, что вот это виноваты и плохо, этот выбор мы делаем самостоятельно. Дело в том, что когда родился человек, то он осознанно начал думать, какому пути эзотерическому или духовному ему примкнуть. Этот эзотерический путь – это получать от жизни удовольствие и радость, либо получать страдания и проявлять обвинение. Таким образом, человек делает свой выбор ежедневно. Очень часто человек объясняет себе, что я ни при чем, потому что во всем виноваты они, от этого я страдаю, если бы не было их, то было бы лучше. И после этого человек, находясь даже в самых лучших условиях, в самом лучшем месте, живя как самый богатый человек, все равно испытывает состояние страдания, начинает придираться к окружающим людям, не может никак успокоиться, не может выбрать свой осознанный шаг и начать получать от жизни все-таки удовольствие. Часто очень человек, выбирая страдания, обычно становится на сторону темных сил и начинает максимально загрязнять все на своем пути. То есть он делает это таким образом. Вот знаете, я это наблюдаю уже на протяжении длительного времени. Как бы я ни стремился и что бы я ни стремился делать в большом количестве и бесплатно, обычно подвергается огромному количеству просто самой невероятной критики. Ученики начинают преподавать ступени, при этом они преподают дорого. Ученики, которые проходят у меня, после этого пишут бесплатно, причем после этого пишут мне о том, что я жирный. Пишут о том, что там, а ну-ка давай сделай так-то, так-то. Конечно же, это все удивляет меня. Почему? Ну, вы знаете, это иногда похоже на то, что человек, который гипотетически хочет сделать для мира окружающего что-нибудь хорошее, то его обязательно ждет большое количество таких людей, которые на стороне темных сил, даже думая, что они на стороне света, попытаются максимально это все загадить. Это особенность такая есть в нашей жизни. Допустим, выбирая страдания, обычно становится на сторону темных сил, начинает искать возможности загрязнять все на своем пути. Он дает задания вместо того, чтобы самому что-то делать. Допустим, как здесь грязно, и начинает говорить, кто насорил, зачем они это сделали, кто за это все ответит, вместо того, чтобы сказать, мне это не нравится, я это уберу и сделаю это для людей. Вот очень немного людей хотят делать для людей. То есть они готовы сказать, что почему этого никто не делает, почему никто не придумал, почему это до сих пор за нас там кто-то не сделал. Но если ты можешь сделать, и очень часто я вижу, как люди не хотят делать для себя и для людей. Они говорят, а что я должен делать, если кто-то насорил? А зачем мне это делать? Пусть кто-то за это ответит. Ну а можно же было это сделать так, чтобы сказать, мне не нравится, я уберу. Вот я в своей жизни занял позицию эзотерика, который не остается
сбоку. То есть я не обвиняю того, кто сделал этот вирус, не ищу виновных, не говорю о том, что это, возможно, там, какая-нибудь война, как в свое время Левашов сказал, не говорю, что это для чипизации и так далее. Мне не нравится, и я делаю максимальное от себя желание это убрать. Вы, наверное, заметили, что первое, что я сделал, это сделал шум, который называется «шум от вирусов». Получил при этом очень большое количество благодарностей. Но вы представляете, люди, которые пишут эти благодарности, они пишут, болело этим, ушло за столько, там, выздоровело. После этого обязательно находится человек, который пишет, почему никто не пишет, что выздоровели, и как же оно выздоравливает. А ну-ка докажите мне, ну как же я тебе могу доказать? То есть мне необходимо не спасать, а доказывать. То есть недостаточно 2000 комментариев благодарных людей, которых, согласно тем критикантам, которые пишут, я, скорее всего, нанял, и при этом эти люди постоянно пишут, вот там, Дуйко – это самовнушение, почему тогда помогает детям грудным? Дуйко – это там плохо. Ну почему плохо, если это людям помогает? А ну срочно убери, нужно Богу каяться. Богу, если бы каялись, то помогало бы. Италия – самая верующая страна. Почему там болеют? Так у человека постоянно ощущение появляется. Очень часто люди поддаются этому ощущению, что судьба человека и жизнь – это не его жизнь, а чья-то ответственность. То есть кто-то должен для него убрать, кто-то должен для него создать, кто-то должен быть ему обязан, кто-то должен там… для. То есть человек живет как потребитель. Вы должны знать, жизнь, она… уникальное и связано вот с чем. Если человек живет как потребитель, то этот человек никогда ничего в жизни не добьется. Он не будет богатым, он не будет успешным, но он будет вредным. Есть еще второй тип судьбы, это руководитель своей судьбы. Когда человек, если хочет, делает, если придумал, создает, если хочет помочь, помогает, не ищет виновных. То есть очень часто люди начинают искать виновных, то есть кто в чем виноват, из-за чего это произошло. А вместо того, чтобы сказать, кто будет помогать, помогите. Если уже на то пошло, то нужна помощь, помогайте. Так у человека в судьбе появляется ощущение, что кто-то несет постоянно за него ответственность. Но есть люди, если люди не получают радость от своей семьи, от своей жизни, они не получают радость от своей работы, то что нужно делать? Нужно начать ценить радость жизни, ценить жизнь. То есть сделать так, чтобы они больше находились в семье, сделать так, чтобы они приехали к своим родителям, сделать так, чтобы они успокоились и не думали все время о работе, сделать так, чтобы их душа снова начала расцветать, одуматься, заставить их одуматься. И для того, чтобы одуматься, возможно, и появился коронавирус, чтобы человек в какой-то момент понял, что он гонится куда-то, что деньги – это не самое главное, что успех, возможно, не самое главное, что есть такие ценности, которые находятся постоянно под рукой. Это спокойствие, это радость приема пищи с близкими, это дети, с которыми можно побыть вместе. Это возможность отдохнуть для себя, что всех денег не заработать. И, конечно же, я понимаю ответ на вопрос, почему коронавирус наступил. Я понимаю ответ на вопрос, потому что людям нужно вдруг понять, что жизнь, она дорогая. Что в какой-то момент человек может оказаться в заперти и не видеть весну. Что в какой-то момент он может понять, что дети, оказывается, это важно. Что на семью есть смысл обращать внимание. Что, оказывается, есть более важные для человека моменты, которыми является жизнь, что всех денег не заработаешь. Все сейчас очень много говорят о кризисе, но никто, к сожалению, не говорит о… Все вернее говорят о карантине, но, к сожалению, никто не говорит о кризисе. А ведь на самом деле мы сейчас двигаемся в сторону кризиса. Сегодня я дам свои рекомендации по поводу того, чтобы… как избавляться от кризиса и что это такое. Вот Ирена Клевер пишет. Подтверждаю здесь, что шум от вирусов помогает. Излечилась от боли в горле. Видите? Спасибо большое за шум от вирусов. Все работает, мне помогает. Улан-Удэ. Можно ли выполнять СНГ с ребенком на руках? Можно.
Уважаемый Андрей Андреевич, всем добрый вечер. Спасибо за ваш труд и знания. Вы лучше, очень приятно вас видеть. Спасибо. Такие люди будут всегда. Конечно, я это все прекрасно понимаю. Весь мир – это добро и зло. Если бы я был Богом, слава Богу, что это не так, то у людей не было бы никакого шанса. Потому что люди в большинстве своем, я не говорю, что все, обычно склонны к тому, чтобы критиковать, обвинять, кого-то обижать, незаслуженно это делать. Знаете, главное вовремя попросить прощения. Это очень печально, потому что человек готов там запросто кого-то обвинить, оскорбить, заклевать, и после этого долго это делать, и после этого сказать: ну извини, это же мало. Здравствуйте, купили в магазине ваджу, как активировать не можем. Ничего не нужно активировать, если ваджа куплена у меня. Я все делаю. Зеленая нить спасла мой позвоночник. Уже очень редко, но миновазином пользуюсь. Слушаю, шуму очень помогает. Привет из Казахстана. Впервые у вас на вебинаре. Скажите, как вылечить угри? Я на самом деле сейчас не буду отвечать на вопросы, которые связаны со здоровьем. К сожалению, данный вебинар, он посвящен эзотерике. Итак. Карантин и вслед за ним кризис. Вы, наверное, понимаете, что вслед за карантином придет кризис, который будет связан с увеличением безработицы, с инфляцией и так далее. И, конечно же, на меня, возможно, где-то даже ложится ответственность за моих учеников, которые смотрят такие видео или которые смотрят мои вообще вебинары, чтобы об этом сказать. Вы, конечно же, думаете, что закончится кризис и начнется привычная жизнь, как было раньше. И очень ошибаетесь. Привычной жизни, как раньше, не будет, потому что нас ожидает кризис 2020. Он начался сразу же вместе с карантином. Сейчас это очень все заметно. Это видно по последним публикациям того, как Международный валютный фонд отказывает в кредитах. При этом считают, что кредиты можно давать не странам, которые нуждаются в них, а странам, которые больше всего пострадали от кризиса, эпидемии и так далее. И вот становится понятным, что, в общем-то, год такой будет у нас не совсем приятный. Почему? Наверное, пострадают прежде всего обычные люди, так как у обычных людей вновь появится безработность. У людей появятся определенные проблемы с зарабатыванием денег и так далее. Мне хотелось бы сказать, что же делать по этому поводу, как быть максимально подготовленными. Сегодня начну об этом говорить. Итак, первое. Не стоит страдать и жаловаться. Вести себя необходимо и не вести себя так, как будто вы выясняете или обвиняете кого-то, как будто кто-то может решить ваш вопрос. То есть в тот момент, когда у вас появляются неприятности, в этот момент вы начинаете искать, кто виноват в этих неприятностях. Скажите, в случае, если вы найдете виновных в этих неприятностях, а ими может быть Международный валютный фонд, там, кризис, страна, руководство, если вы это будете знать, вы сможете это поменять? Давайте я отвечу: нет. А если вы будете обвинять, что-то может измениться? Давайте я отвечу: нет. А потеряете вы время? Ответ такой: да. То есть тот момент, когда человек говорит: я получу доскональную информацию и буду все знать, то могу вам сказать, что получение доскональной информации не улучшает состояние человека в момент кризиса, а только ухудшает его состояние психическое, физическое и так далее. Почему? Потому что люди – люди, а власть имущие – власть имущие. То есть у нас совершенно разный подход к жизни. Есть такой анекдот, когда очень богатый человек встречает своего одноклассника, очень бедного человека, и очень бедный человек говорит: Коля, как дела? И этот говорит: о, Костя, я тебя давно не видел, а у тебя как дела? Он говорит: есть ничего, нету у меня, ничего не могу есть, потому что денег нету, ничего есть. Второй, не услышав, говорит: Коля, ничего страшного, нужно себя заставлять. То есть, видите, у них совершенно разные идеи жизни. То есть есть и будут люди, которые будут себя заставлять кушать, а появятся люди, которым будет нечего кушать. Конечно, себя выяснять, кто виноват в том, что нечего кушать, ничего не даст в итоге. Именно поэтому, когда у вас появятся неприятности, уволят с работы, исчезнут деньги и так далее, вам нужно будет собраться и перестать искать
кого виноватого или жаловаться на то, что что-то не так, и выяснять или вести себя так, как будто выяснение, обвинения смогут решить ваш вопрос. Второе. Создавайте как можно большое количество знакомств. Это поможет в дальнейшем в коммуникации с миром. Почему? Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это проверено. В случае, если у человека все очень плохо, он не может найти работу, то этому человеку необходимо объединяться. Уже очень давно я говорю о том, что необходимо объединяться. Именно для этого я создал даже социальную сеть потоки.ком, куда вы можете перейти и пользоваться ей. Это объединение людей, которые учатся в школе Кайлас между собой. Также там находится интернет-магазин, в который можно выложить свои продукты. Он становится с каждым днем все лучше и лучше. Вы можете им пользоваться. Все это совершенно бесплатно в данный момент. Конечно же, создавайте большое количество знакомств, коммуницируйте с соседями, с друзьями, там, ищите людей, которых можно пригласить на чай или которые могут быть для вас друзьями по-настоящему. В кризис понятие, чем вы хотите заниматься, необходимо убрать из своей жизни совершенно. Необходимо его заменить на слова «буду делать то, за что мне платят деньги». Сегодня мне написала одна женщина, буквально это звучало так. Раньше я работала там в Верховном Совете, в комитете, потом я работала еще где-то, была там замом народного депутата, потом я была еще юристом, потом я была еще кем-то. И уже 2 года я не могу найти работу для себя, меня не берут на работу. Андрей Андреевич, почему? А ведь много есть идей, очень хороших дел, которые можно провернуть, почему же все стоит на месте? История это известна, я таких людей уже в своей жизни встречал. Дело в том, что, видимо, что-то энергетически опустило ее до того уровня, в котором она сейчас находится. И для того, чтобы пройти этот уровень, ей необходимо перешагнуть его. Каким образом? Если очень плохо, то тебе необходимо заниматься не тем, что ты хочешь, и не тем даже, что ты умеешь, а тем, за что очень много платят. Таким образом, если тебя не берут в Верховную Раду, то нужно устроиться администратором. Необходимо устроиться с кладовщиком, необходимо устроиться уборщицей, досматривать детей, там, я не знаю, там, досматривать взрослых, там, быть няней, быть поваром, быть, я не знаю, с кладовщиком, кем угодно. Одним словом, искать ту работу, за которую платят деньги, а не ждать, когда вновь из вас сделают там большую начальницу и будут вам давать большое количество денег, а вы управлять будете только денежными потоками. Нет, так не будет. Далее. Нужно помнить, что в кризис люди становятся более голодными и увеличивается конкуренция. Именно поэтому самые лучшие виды бизнеса в это время – это производство продуктов питания и косметических моющих средств. Теперь вы будете это знать. Пятое. Есть смысл пересмотреть все виды своего бизнеса. И то, что необходимо длительно развивать, необходимо закрыть. То есть, если у вас есть магазин или какие-либо виды бизнеса, а также все, что вас топит, допустим, вы не зарабатываете, и теперь у вас нет работы, и вам необходимо оплачивать квартиру, собирайтесь, уезжайте к родственникам, где не нужно платить за квартиру. В случае, если у вас сейчас бизнес, который можно было или нужно было бы раскручивать еще долгое время, закрывайте его, раскрутить в кризис вы его не сможете. Именно поэтому пересматривайте свой бизнес, и тот, который у вас хоть каким-то образом, хотя бы одной стороной тонет, обязательно его закрывайте. Дальше, 7. В кризис не работает понимание опта. Опт обычно топит людей. Именно поэтому необходимо переходить в формат розничных продаж. Ничего не делайте со скидкой, старайтесь максимально удерживать свою аудиторию и не верьте в то, что можно продать в кризис оптом больше, чем продать в розницу, это неправда. Дальше, 8. Нужно пересмотреть все виды своих затрат и перейти к умеренным затратам, то есть не самый лучший колорист, а нормальный колорист, не самый лучший ресторан, а нормальный ресторан. Одним словом, по-русски это звучит так, не жить на широкую ногу и не разрешать детям по привычке прожигать деньги, которые в кризис будут зарабатываться тяжелее. Именно поэтому старайтесь ограничивать сейчас себя в совсем ненужных покупках. Перестаньте покупать, допустим, там, вещи, к которым вы привыкли. Старайтесь там, не макси, лакшери там, что-то делать, а старайтесь там, делать это более скромнее, покупать более скромные услуги и так далее.
Объединяйте семью между собой. Вместе лучше выжить, и семья служит для взаимопомощи. В кризис лучше из съемных квартир переезжать обратно к своим родным, где платить за квартиру не нужно будет. Также в случае, ну ладно, случаев не бывает. 10. Не занимайте никому денег, ни под что и ни под какие проекты, так как во время кризиса это время выживания, а не развития бизнеса. Именно поэтому в кризис обычно появляются люди, которые начинают говорить, если ты положишь 100, получишь 1 миллион. Это все манипуляции для того, чтобы выудить у человека деньги. Когда у людей все плохо и все падает, в этот момент не бывает таких людей, которые увеличивают сферы своих продаж. Им необходимы типа дополнительные инвестиции для того, чтобы увеличить свои объемы. Такого не бывает. Но обычно на такие вот разговоры попадаются самые обычные люди, у которых есть небольшие сбережения, к ним приходят, рассказывают о том, как они могут увеличить свой капитал, отдав этому человеку, который увеличит объемы своих продаж, после этого отдают деньги, этот человек выплачивает это за свою квартиру, за машину, какие-то кредиты, строит некую финансовую пирамиду, в которой он находится и которая рано или поздно обвалится, то есть занимает деньги у кого-то еще, он отдает по старым долгам для того, чтобы потом занять у кого-то еще. Одним словом, строит для себя такую большую финансовую пирамиду долгов, при этом не понимая, что он все дальше и дальше погружается вот в такие долговые обязательства, и как любая пирамида, которая рано или поздно развалится, его ждет, скорее всего, точно такой же сценарий. Именно поэтому старайтесь не занимать никому ни под какие проекты, там, развитие бизнеса, это увеличит наш бизнес, дай денег, это мы сделаем доход, и там совместные, хотите что-то делать, делайте самостоятельно. Дальше. Меньше думайте об отношениях, о сексуальных отношениях, об интимных отношениях. В кризис необходимо думать о выживании. Выживание подразумевает, как заработать. Если бы люди, которые думают о том, как им выпить, если люди думают о том, как им с кем-то переспать, все это время думали бы о том, как им необходимо зарабатывать или о том, как им заработать, то мир бы состоял исключительно из очень богатых людей. Ну, это я сейчас обвиняю людей. Дальше. Меньше думайте об отношениях. Больше старайтесь думать о том, как заработать. Ответим. Во время выживания человеку не нужно думать о долгоиграющих проектах. Там дом вложим, через 3 года он построится, или там давайте там завод, вот мы сейчас этот завод начнем, котлован рыть, а потом все начнем зарабатывать, или там где-то еще. Почему? Это очень часто ловушки, на которые очень легко попадаются доверчивые, я назову эти слова, вкладчики. Почему я это говорю? Дело в том, что в момент кризиса и в момент падения общего производства обычно появляются вот такие финансовые стратегии, которые преднамеренно вбрасываются людям для того, чтобы сделать их еще более нищими. И после этого на эти стратегии люди покупаются, попадаются, становятся соучастниками и, естественно, после этого становятся людьми, у которых отнимают последние сбережения, которые к ним потом никогда не вернутся. Старайтесь дальше, старайтесь начать максимально работать на себя. Каким образом это можно делать? Там, вот сейчас можно научиться складской логистике, поварскому делу, присмотру за престарелыми людьми. Вот мне, допустим, я сегодня говорил об этом, мне нужен повар в Киеве, а я его найти не могу. Это говорит о чем? О том, что повара сейчас в Киеве, это очень высоко... Нужная профессия. Мне нужен повар в семью, я найти повара в семью не могу. Видите? Мне нужен повар на предприятие, нужен повар в семью. И у меня с этим проблема сейчас, повара найти невозможно. Старайтесь продавать или что-то делать только за наличные деньги, кэш или по предоплате. Старайтесь делать так, чтобы у вас не было такого, что вы пишете на бумажечку, и вам говорят, что мы подождите, мы вам потом отдадим и так далее. В кризис, когда у людей не получается бизнес, обычно происходит то, что они попадают, совершают ошибки, берут у кого-то товар, после этого продать этот товар не могут, после этого этот товар у них лежит, после этого портится от ненужного хранения. Одним словом, кто-то хотел и пробовал поиграться, а вы за счет этого пострадали и денег не заработали. Если все очень плохо, то вот такая формула должна быть.
Первое, что у меня есть, какой у меня ресурс, насколько мне его хватит, плюс, что я умею делать или что может быть востребовано, плюс, кто может мне помочь, семья, родня, мои друзья, знакомые, плюс, сколько у меня друзей, чем они могут помочь мне. Если это все будет работать у вас, то вы, скорее всего, сможете собраться, не находить кого-то, кто в этом виноват, и плавно выйти из того, что называется кризис. Окситоцин. Окситоцин – это гормон, который выделяется в момент стресса. Его функция заключается в том, чтобы заставить человека подружиться и позаботиться. Может, это и является основной тенденцией проявления вируса – всех сплотить между собой или объединить между собой. А для чего необходимо людей объединять между собой? Ну, для того, чтобы у них появились общность, семья и так далее. Я об этом чуть-чуть дальше буду говорить. Там сегодня женщина писала: Андрей Андреевич, как избавиться от страха? Очень легко избавиться от страха, когда ты начинаешь заниматься предпринимательской деятельностью. Делай все это ради детей. Делайте ради кого-то, потому что для себя страшно, а для кого-то не страшно. Поэтому требуйте, поэтому делайте, поэтому достигайте, посвящая это своей семье. Очень часто в интернете, уже об этом рассказывал, появляются люди, которые говорят, что если произносить такие слова, там, Луиза Хей, там, Правдина, там, их хватает, Ковалев, метры их можно так назвать, эзотерики, если можно так назвать их эзотерику, не очень часто говорят такие слова, что необходимо произносить постоянно слова, эти слова должны звучать так: я умен, я богат, я здоров, я счастлив, у меня много денег, а теперь давайте как бы подумаем. Так вот, если вы делаете, то представьте некую силу, которая должна вам дать что-либо. Есть сила, которая должна вам дать что-либо. В этот момент эта сила незримая, она будет видеть или будет раздавать и будет смотреть на человека, и будет смотреть, а человек будет произносить: «Я умен, я богат, я красив, я здоров». Скажите, эта сила будет давать человеку, который говорит это? Давайте я отвечу: нет. Почему? Но зачем ему, если он уверен в том, что он уже такой? То есть, если ты такой, зачем тебе давать еще? Таким образом это не работает. А очень часто человек некрасивый, нездоровый, неумный и небогатый произносит эти слова и не может понять, почему у него в жизни все плохо. А что же нужно сделать? Для того, чтобы откуда-то бежать, нужно откуда-то бежать. Именно поэтому нужно понять, в какой ситуации вы сейчас находитесь, и сказать себе, что я сейчас нахожусь в очень плачевной ситуации. Мне не хватает денег, мне не хватает здоровья, мне не хватает там любви, мне не хватает там еще чего-либо, красоты. Это ужас. И после этого не жалеть себя. И, признавшись себе, вы ставите идею такую о том, что вы в плохом состоянии находитесь, что вам нужно помогать, некий вакуум создаете. И как бы просьбой, может быть, это такие слова: ничего страшного, скоро я разбогатею, ничего страшного, скоро я выздоровлю. Признавшись себе в том, что все очень плохо, и после этого говоря слова: ничего страшного, скоро у меня все улучшится, вот таким образом можно будет справиться с такими проблемами. Каким образом можно справиться с такими проблемами? Вот давайте посмотрим, для чего человек зарабатывает деньги. Деньги человек зарабатывает исключительно для того, чтобы сделать комфорт своей жизни. То есть в любом случае, любое зарабатывание материального благополучия, оно имеет только один смысл – достижение определенного комфортного состояния. А комфорт можно условно назвать радостью? Вот там полежать, поесть, одеть красивую одежду. Можно ли сказать, что это все делается для радости? Ну, можно. А скажите, бедный человек, у которого нет денег, у которого все плохо, он радостен? Не радостен. А теперь человек, у которого все очень хорошо в жизни, он радостен? Он радостен. Тогда давайте уберем не то, как вы зарабатываете деньги, а то, к чему вы должны прийти. Ну, если вы должны прийти к радости, то тогда формула выглядит так. Бедный-грустный, богатый-радостный. Таким образом, человек, думая о богатстве, богатство не принесет в свою жизнь. Но думая и стремясь к радости, которую он может получать повсеместно,
к удивлению, которое может вызвать у человека радость, он может привести себя к тому, что он станет богатым человеком. И вы представляете, это очень хорошо работает, но есть одно но. То есть, как эзотерически человеку можно стать богатым человеком? Это сделать несложно, ему нужно часто радоваться. Но дело в том, что люди изменились, и они не понимают, что такое радоваться. Они начинают радоваться не для себя, а радоваться для кого-то. То есть они считают, что если они будут говорить о том, что их радует природа, то они радуются. На самом деле это не так. Человек должен научиться радоваться для себя. Радоваться для себя. Искать в себе состояние, которое может сделать его счастливым и радостным. Я радуюсь, потому что у меня диван. Я радуюсь, потому что я провожу вебинар. Я радуюсь, потому что у меня семья. Я радуюсь, потому что солнце. Я радуюсь, не забывая говорить «я радуюсь» или не забывая думать о том, что что-то приносит вам радость, вы плавно научите себя радоваться от ничего. Таким образом, перейдете в постоянный поток денег, зная, что вы живете, а жизнь – это и есть радость. Что может это разрушить? Потому что, когда я об этом раньше говорил, то люди начинали писать: «Вот я радуюсь, радуюсь, и у меня полная инстанция». Так вот, дело в том, что люди совершают ошибку. Они их совершают таким образом. Человек очень часто радуется, и потом, когда у него что-то появляется, то он считает, что он за это должен кого-то поблагодарить. И начинает в этот момент говорить «благодарю». То есть там появились деньги, он «благодарю тебя, Бог». Или там появились… Вот скажите, благо – это что? Благо – это ваш комфорт и радость. То есть ваша задача – прийти к тому, чтобы у вас эти блага появились. А когда вы говорите «благодарю», то что вы делаете? Вы благо это кому-то дарите. То есть вы делаете вот что. Вы говорите, человек дает, вы говорите: «Я голодный, Бог, дай мне еды». И вы говорите, Бог у вас спрашивает: «Что для тебя самое большое благо?» Вы говорите: «Хотел бы хлебушка поесть, так, чтобы чувствовать себя сытым». Бог говорит: «Хорошо. Я с удовольствием дам тебе твое благо в виде этого хлеба. Протяни руки». Вы держите вот так руки, он ложит вам, кладет, да, нужно говорить, кладет вам кусок хлеба, вы этот хлеб нюхаете, говорите: «Надо же, какой вкусный хлеб». После этого говорите: «Благодарю». И Бог говорит: «Ну хорошо, раз ты мне хочешь отдать благо, значит, ты его у меня не принял», и забирает. Таким образом, если вам дали высшие силы что-то, то зачем вы говорите им «не надо мне»? Потому что если человек говорит «я благодарю», то тогда зачем вам благо? Значит, вам оно не нужно. То есть, обращаясь к тем силам, которые говорят, вы тут же проявляете это в виде претензии, говоря: «Я тебе отдаю это обратно». То есть это как звучит? Красиво или нет? Ну, я буду Богу спасибо говорить. Но это тоже не очень хорошо. Почему? Бог за спасибо не работает. Почему? Поверьте, Богу спасибо ваше не нужно. Вот то, что вы просто радуетесь от того, что у вас это появляется, это и есть божественная благодарность. Мне все равно, говорит мой сын, спасибо мне за то, что я ему там что-то даю или что-то покупаю. Мне самое важное, даже не видя его, понимать, что он в комфорте, наеденный, ходит в чистой одежде, у него, в общем-то, со здоровьем и с жизнью все хорошо. И мне его бесконечное спасибо по телефону, вот поверьте мне, точно не нужно. Вообще не нужно человеку искать все время кого-то, кто должен сказать спасибо. Почему? Каждый работает или живет для кого-то, и каждый работает для себя. Поэтому все, что человек не делает, в итоге это все будет касаться исключительно его. У меня была такая ситуация, человек со мной работал, и после этого говорит мне: «Андрей Андреевич, я на вас много лет проработал». Я говорю: «Ну, видишь, и у меня к тебе сейчас есть какие-то претензии». Он говорит: «Но я так много для вас всего сделал. Неужели это не считается?» Я говорю: «Нет, не считается». Почему? Дело в том, что ты все, что ты делал, делал за деньги. А вот если бы ты это делал бесплатно, то тогда я бы тебе сказал спасибо и за тебя держался. А так как ты это делал за деньги, то ты выполнял свою работу, а за работу я платил. Сори, поэтому если ты считаешь, что ты очень для меня много сделал за деньги, но это и называется работа. А человек, который хорошо старается делать за деньги, называется хороший работник. А который плохо делает за деньги, называется плохим работником. Я тебя поздравляю, ты был хорошим работником. К чему приведет нас коронавирус? Первое, объединит всех и сплотит. Многие поедут из городов в деревни,
Что выровняет перенаселение городов, которые вы начали замечать? Вы же знаете, что перенаселение Москвы большое, перенаселение больших городов в разных странах. Люди не хотят жить в деревнях. Как заставить? Вот я был на одном из семинаров когда-то в Китае, и там один из вопросов, который рассматривал общее демографическое состояние Китайской Народной Республики, один из профессоров говорил вот о чем. Необходимо придумать эффект или систему, которая бы заставила людей всех переезжать из городов в деревни, не перенаселяя в большом количестве большие крупные города. Но как это сделать, неизвестно. Именно поэтому тенденция увеличения этажности в больших городах, увеличения количества людей, которые живут в больших городах, она устрашает. Он говорил, что это может привести к каким-то там тотальным эпидемиям, вернее, тотальным ухудшениям состояния здоровья, там, ухудшения работы общей инфраструктуры и так далее. Конечно же, это мы и начали видеть. Вы представляете, возможно, одна из идей такого, наверное, тотального карантина заключается в том, чтобы заставить людей выехать из больших городов в села. Почему этого не может быть? Перенаселенность городов может быть таким образом реализована. Второе. Взрослые люди сейчас для того, чтобы, находясь дома, столкнуться с тем, что им необходимо знать определенную информацию. И, скорее всего, сейчас, находясь на домашнем карантине долго, им от нечего делать захочется пользоваться более сложными гаджетами. Для чего? Чтобы в дальнейшем стать потребителями такими гаджетами, а также потребителями огромных интернет-ресурсов или порталов продаж, таких как Amazon, который выходит по всему миру. Как заставить сейчас престарелых и взрослых бабушек покупать в больших магазинах? Им для этого необходимо иметь телефон, который будет очень хорошо работать, через который можно куда-то зайти и заказать себе продукцию. Но многие из них пользуются до сих пор там Nokia, или там Samsung C100, или какими-либо маленькими телефончиками, потому что, ну, они не пользователи интернета, а сейчас как раз время, когда их заставят это сделать. Естественно, тем самым, скорее всего, нас подготовят к тому, чтобы там большие компании, такие, которые займут место огромных ритейлов, которые будут предлагать, возможно, там, свои товары или свои дешевые товары, сделают и дополнительно для себя потребительскую картину и заставят все-таки таких взрослых людей пользоваться и гаджетами, и переходить и пользоваться вот такими интернет-ресурсами для того, чтобы они заказывали как можно больше себе товара, ну и пользовались в дальнейшем. Дальше. Коронавирус, скорее всего, приведет людей к тому, чтобы люди вновь обратили свое внимание в сторону Бога. Выбрать для себя направление своей веры. Много тысячелетий с помощью веры людей разделяли и ими управляли. И сейчас вновь пришло время поделить людей, заставить их верить во что-то, то есть там Бог поможет там, и так далее. Естественно, людьми управлять легче, если они объединены там всеобщим христианством, если объединены там всеобщей религией и так далее. То есть религия спасет, и их можно за это цеплять, ими можно управлять, они могут за счет этого подчиняться и так далее. Таким образом, таких людей можно объединить, сказать, что вот сейчас кризис, давайте вместе помолимся. И вот люди неверующие, они, скорее всего, получили от Бога такое, вот, такое проклятие, теперь мы все будем болеть. И в случае, если вы хотите выздороветь, вам только Бог сможет помочь, идите молитесь за людей и так далее. Что мы видим? Объединение вокруг религиозных догматов сейчас людей, которые до этого были даже неверующие. Таким образом, можно сказать, что в коронавирусе заинтересованы и религиозные направления, которые таким образом могут поделить и усилить силу своей, укрепить силу своего влияния. А теперь скажите мне, где находится самая большая христианская община? Самая большая христианская или самая населенная христианская община, конечно же, находится в Италии. Почему? Ну, что с вами? Ватикан. Вы представляете, в Италии все меньше и меньше людей верят в Бога. Естественно, все меньше и меньше людей обращаются к религии. Естественно, что могло произойти? А религия является очень важным элементом, на который необходимо обратить внимание. Естественно, в случае, если люди начинают болеть, то они начинают
а им хочется иметь надежду, хочется им иметь поддержку в виде каких-то высших сил, которые могут помочь человеку. И в это время эти высшие силы, ими и являются вот такие религиозные направления. Люди вновь начинают думать о том, что Бог все-таки существует, что Он может им помочь, и они начинают все больше и больше объединяться вокруг этих идей и задач. Естественно, что будет, когда вирус закончится? Будет ли все как раньше? Нет. Как раньше, к сожалению, не будет. Будет международный кризис 2020 года, и он будет, скорее всего, обширный. Добрый вечер. То, что делаете для людей, дорогого стоит. Лично для меня спасение. Слов не хватит, чтобы благодарить. Спасибо. Андрей Андреевич, интернет шумит от всеобщей чипизации и вакцинации в связи с последними событиями в мире. Подскажите ваше мнение об этом. Будет ли когда-нибудь это или нет? Нет, этого никогда не будет. Ни чипизации никакой не будет. А вакцинация, по идее, уже должна была бы состояться. Дело в том, что сделать вакцину, как ни смешно это звучит, можно быстро. У меня все время такой вопрос. Там маски покупают и так далее. Но сделать вакцину от этого вируса очень несложно. Для этого необходим лишь один выздоровевший человек. То есть если есть человек, который выздоровел, то согласно общим знаниям, которые связаны с медициной, я могу гипотетически думать о том, что сделать колонию вируса, который угнетен человеком, который выздоровел, там, или животным, которое выздоровело после данного заболевания, очень несложно. Сделать после этого прививки и начать эти прививки. Я понимаю, когда болели только в Китае, но сейчас же штамм выявлен и в обычных странах. И у меня постоянно такой вопрос: где прививка? Где прививка? Прививку можно было сделать за месяц, но уже 3 месяца все болеют, еще месяц собираются. Тогда почему этих прививок нет? Я знаю, почему нет, но для того, чтобы не нагнетать вот это состояние, говорить об этом не хочу. Будет ли чипизация? Смотрите, для того, чтобы сделать чипизацию, необходимо сделать стабильный, везде покрывающий Wi-Fi. Потому что информация, для чего делают чипизацию, слушал эту информацию, там человек говорит о том, что эта чипизация, она должна быть исключительно для того, чтобы все знать о человеке, все контролировать в человеке и так далее. Теперь я хочу вам сказать, если вы думаете, что о вас никто ничего не знает, тире, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что не знают, что вы где-то живете и сколько вы зарабатываете, тоже это не так. Дело в том, что это информация, которая существует. Вы находитесь в общем государстве, которое о вас все знает. Если вы больше зарабатываете, знают, сколько вы зарабатываете, сколько вы левым зарабатываете, об этом все знают. Просто люди думают, что никто не знает и ничего никто не контролирует. Это не так, потому что о каждом человеке абсолютно все известно. Просто незачем этой информацией пользоваться. Там люди говорят, там перенаселение людей. Я хочу вам сказать, что это ошибочное мнение. Почему? Дело в том, что сейчас вы, наверное, заметили, очень много людей, наоборот, не могут иметь детей. И людей, которые не могут иметь детей, их количество увеличилось во много, сотен и даже тысячи раз. Почему-то в последнее время начали появляться дисменористические состояния. Это когда у женщины нет месячных. Это может быть уже в возрасте там, 14, там, 15, 16, 17, 18, 19. Далее очень часто молодые люди не могут иметь детей после совместной жизни. Это очень частое явление. То есть я могу сказать вам на 100%, что при увеличении по поводу того, что в мире увеличивается количество людей, это удачный на самом деле, но фейк, который на 100% не рабочий. Почему? Людей рождается меньше, количество людей, которые умирают, больше. И, скорее всего, вот эти слова о том, что людей будет больше, чрезвычайно преувеличены, потому что каким-то образом, я думаю, это имеет такую цикличность, в общем-то, параболическую. И мне кажется, что сейчас, вот в прошлом году, это был как бы максимальный элемент увеличения численности населения, и в дальнейшем численность населения будет точно так же уменьшаться. За счет чего? За счет естественных смертей, за счет
невозможности забеременеть. А почему невозможно забеременеть? Радиация увеличилась и так далее. Дальше. Для того, чтобы использовать чипы, необходимо знать, что любой чип, внедренный в человека, должен будет пройти определенные участки организма, которыми является кожа. Кожа является таким зондом, который глушит все на своем, на все на свете. То есть наша кожа, она так устроена, что если в середину нашего тела ставить какой-либо чип, то этот чип, соединяясь с Wi-Fi, должен преодолеть барьер нашего организма, что практически сделать невозможно. Такой чип вживить для того, чтобы прогонять человека или там как-то с него снимать информацию, тоже невозможно, потому что он будет садиться. Там Wi-Fi, который должен будет покрывать всю территорию Земли, это тоже невозможно, доказательство. Да невозможно сделать дороги в Российской Федерации. О каких Wi-Fi вы говорите вообще? Что Wi-Fi в лесу? По поводу прививок. Я за прививки. Прививки спасут мир. Не все так гадко, как описывают. Скажите, когда размешиваю чай в левую сторону, мне моя дочь говорит, что уменьшаю свою жизнь, и чай пить не хочет. Все равно в какую сторону. Вообще в этом есть идея. Если человек все делает в левую сторону, мешает в левую сторону, то это принесет деньги. А если в правую сторону, то любовь. Поэтому вашей дочери необходима любовь, пусть мешает чай в правую сторону. Вам необходимы деньги, мешайте в левую. Можно в кризис покупать недвижимость за более низкую цену. Не сразу, а позже. Дело в том, что вот это мое высказывание, что я на горе не наживаюсь, оно правдивое. Но я хотел немножко по-другому сказать. Я хотел сказать, не наживаюсь, а не спекулирую. Дело в том, что не стоит спекулировать на кризисе. То есть в тот момент, когда человек начинает спекулировать, то в этот момент он совершает большую ошибку. И он за это обязательно ответит. То есть не нужно продавать, там, допустим, чеснок там в 10 раз дороже. Не нужно продавать маски в 100 раз дороже. То есть заниматься спекуляцией. Если это спекуляция, то делать это не нужно. Я считаю, что за это придется ответить. Что будет с рублем? Я не буду ничего предсказывать. Мне это не нужно. Здравствуйте. Есть ли смысл забирать деньги из банка? Есть. Скажите, можно ли пить аспаркам? Можно. Моя зеленая нить помогла сразу же в тот же день. Супер. Как можно найти предназначение? Не знаю. То, что вы делаете для людей, дорогого стоит. Вы лично для меня спасение. Слов не хватит, чтобы благодарить вас. Ваши знания драгоценные. Будьте с нами. Я рассматриваю вопросы. Вот мне очень интересует этот вопрос. Я рассматриваю как бы любое проявление там, свое, с позиции науки. То есть для меня это очень интересно. Ну, возможно, таких экспериментов, которые в дальнейшем я, скорее всего, опишу в книге какой-нибудь. И вот такой эксперимент был поставлен мной с этим шумом, который называется шум от коронавируса. Я провел это в виде эксперимента. Люди разделились на два типа людей. Люди, которые сказали «спасибо, нам помогает», люди, которые сказали, там, нам не помогает, это все полная чухня, это Кашпировский, он людей разводит, хотя как я до сих пор не могу понять, это второй тип людей. И я все время ожидал, появятся ли люди, которые мне напишут, Андрей Андреевич, я выздоровела, как мне вас отблагодарить? Вот, там написать Андрею Дуйко, что он толстый, страшный гад, легко. Но почему не находятся люди, которые... Вот 2 года я делал этот шум. 2 года, наверное, даже больше. 2 года и вот в этом году, наверное, с Нового года. То есть этот шум не был сделан быстро, он очень медленно делался. Какие системы я использовал? Я хочу сказать, что если это непонятно людям, это не говорит о том, что я должен объяснять, как это работает. Почему я должен это делать? Давайте исследовать, давайте. Возьмите мой шум, после этого проводите исследования, поставьте меня в известность, заплатите свои деньги за исследования, предоставьте мне исследования, захотите пользоваться, заплатите. То есть в случае, если человек говорит, что
Андрей Андреевич, там, мне подошло, Андрей Андреевич нам помогло. Ну почему же никто из 2000 человек, которые написали большое спасибо, не предложил мне 1 рубль? Почему? Почему там никто не написал мне? Почему? Что с людьми происходит? Или они считают, что пользоваться, это человек сделал, мы пользуемся, ну и пошел в баню. Как так может быть? Здравствуйте, Андрей Андреевич. Есть ли смысл забирать деньги из банка? Есть. Скажите, во время кризиса правильно вкладывать деньги в хобби ребенка? Платные программы по рисованию. Есть смысл. Простите, что не в тему. Скажите, получится моей семье получить отдельную квартиру в Москве? Получится. Эзотерические причины лимфомы, обидчивость. Что, по вашему мнению, должен осознать человек, чтобы выздороветь? Он должен, человек, который болеет онкологическим заболеванием, скорее всего, на кого-то был обижен, а также разочарован в своей жизни, а также когда-то сказал, как же мне все надоело, или сказал так многократно. Таким образом, сказав, как же мне все надоело, ему, у него забирают жизнь, раз она ему надоела. Естественно, как можно выздороветь? Наш организм очень сложная система. Я считаю, что лимфома – это чрезвычайно закисленная лимфа. Можно ли лимфу как-то восстанавливать? Да, необходимо пить уксус, а также уксус с солью, а также делать обертывание солью и купаться в солевых ваннах. Это дорого, сложно, но можно попробовать это делать. Ученица ни в коем случае при лимфоме нельзя соды. Одной платной, второй бесплатной. Спасибо за помощь, как излечить дочь от алкоголя. Только родила 2 месяца, но не живет. Делаю ритуал, отделяю ее от бутылки, помогает. Купила ей антистоп, помогите, пожалуйста. Итак, завершением, наверное, этого вебинара будет... Я дам вам метод такой, который поможет человеку выздороветь, и выполняя который для своего близкого человека, можно помочь ему избавиться от алкоголя. Что необходимо при этом делать? Дело в том, что алкоголь для человека – это большая проблема, с которой он не может справиться. Эзотерически это выглядит или символистически это выглядит так. Человек сидит в подвале, в котором находится все, из которого не может найти выход. Что необходимо сделать? Нужно представить, будто вы берете этот подвал, ломаете стену и за руку этого человека достаете из подвала. После чего представляете, как подвал этот заливаете цементом. После чего представляете этого человека, будто вы его берете на ручки и поднимаете на небоскреб счастливой жизни, где он радуется и смотрит на солнце. Также представляете очень часто, будто вы видите лицо этого человека прямо очень красивым и молодым, умывая его. То есть представляете, как оно пьяное, страшное, и умываете прямо, и представляете, как оно становится молодым, красивым, как у ребенка, делая доставание человека из подводных вот таких подвалов можно один раз, а представлять человека на протяжении дня необходимо, будто вы его вытираете от вот этой алкоголя и всего остального, как бы меняя ему лицо. Представляя, будто перед вами молодая, красивая, очень веселая такая девочка, как была она маленькая, когда ходила в школу и так далее. Не угрюмый алкоголик, а веселая, красивая девочка. Шум от коронавируса помогает. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Пожалуйста. Я сегодня отвечаю еще и в вебинарной комнате Ютуба. Спасибо за ваши вебинары. Все это вселяет надежду и веру. Помогает ли шум от вирусов, не знаю. Слушаю, это тоже дает уверенность. Ну, да. Муж, ученик школы, читал мантры, сейчас напился. Вы прям в тему от алкоголя. Почему человек напивается? Человек напивается обычно от неудовлетворенности. А почему человек напивается от неудовлетворенности? Что такое неудовлетворенность? Большое количество информации, ненужной информации, обычно заставляет человека быть неудовлетворенным. Если бы мужчина жил с одной женщиной и не видел остальных женщин, он был бы удовлетворен своей женщиной все время. А так как у него есть огромное количество там ютубов, этих инстаграмов, порносайтов, которые нужно было бы поубирать, то у него появляется неудовлетворенность, он не может никак это высказать своей жене, у него появляется в дальнейшем с этим проблема. Ну и неудовлетворенность какая-либо еще.
Каким образом можно справиться с неудовлетворенностью? Необходимо восхищаться этим человеком. Вообще, человек разрушается, если он в момент того, когда выпивает, страдает. И человек приобретает в случае, если... Почему разрушается? И почему алкоголизм приводит к тому, что у человека исчезает материальное благополучие? Деньги формируются у человека в чувствах, в груди. Если много радости в груди, будет много денег у человека. Что создает радость? Семья усиливает, потому что семья, семь человек, а один человек в середине них. Каким образом усиливает? Вы, наверное, заметили, что когда дети рождаются, то увеличивается материальное благополучие. Даже есть в народе такая пословица: «Бог дает детей, и для детей дает тоже». И в тот момент, когда вы делаете что-то хорошее для кого-то в семье, участвуете в семье, создаете радостные моменты в семье, и все радуются, и всем это нравится, то обычно появляется увеличение материального благополучия. Но в случае, если вы тот человек, который приходит домой и начинает кричать, скандалить после того, когда у него бадун, там что-то делать, и все начинают от этого страдать, то это и купирует или закрывает возможность появления материального благополучия в семье. Поэтому если ваш муж выпивает, радуйтесь в этот момент. Восхищайтесь, я не знаю. Говорит: папка пьяный, такой веселый, такой весельчак. Ха-ха-ха. Добрый вечер. Скажите, действительно опасен астероид, который якобы приближался к Земле? О, смотрите, почитайте или посмотрите мою информацию 3 месяца назад. Или месяц назад. Когда только начался вирус в Китае, то я сказал: послушайте, увидите, как только заканчиваться будет вирус, сразу же выйдет информация с астероидом. Я был прав. Нет, это тоже чепуха. Андрей Андреевич, куда можно задать серьезный вопрос, касающийся лично меня? Никуда и нигде не отвечаю ни на вопрос. Здравствуйте, шумы очень нравятся от вирусовой опухоли. Заметно работает. Скажите, прошла 5-ю ступень 2016 года. Можно присутствовать на 5-й новой ступени без прохождения новых предыдущих? Можно, если вы проходили старые ступени от 1-й до 4-й. В случае, если вы собираетесь после... Вы не проходили 1-ю и до 4-й, то идти вам на 5-ю не нужно. Так человек разрушит себе свою судьбу, и я буду это инициировать. И мне будет неприятно. О, Добаева Лена. Да, вы говорили об астероидах. Ура. Расскажи, Андрей Андреевич, расскажите символ, вопросительный знак. Как вписать имя? Туда вы говорили, на имена есть специальные знаки. Расскажите про символы, связанные с любовью. Вам для того, чтобы узнать эту информацию, необходимо приобрести мой семинар. Данный семинар называется «Построение символов и знаков. Первая и вторая часть». Также есть семинары, там, семинары для любви, семинары здоровья. «Саншайн» называется. Здравствуйте, спасибо за труд. Скажите, пожалуйста, когда наступит беременность? Подскажите, как увеличить сексуальную энергию девушки? Стоит ли менять работу в кризис? Нет, не стоит менять работу в кризис. Андрей Андреевич, как увеличить сексуальную энергию девушки? Для того, чтобы увеличить сексуальную энергию девушки, ей нужно влюбиться. И, конечно же, как либидо женщины полностью уничтожить, найти того мужчину, который будет все время говорить женщине о том, что у нее некрасивые ноги, некрасивые ногти, там плохо пахнет изо рта, некрасивые волосы, некрасивая походка, она делает все неправильно. То же самое с мужчиной. Почему у мужчины ничего не получается? Потому что женщина говорит: и там это не то, и это не так, и ты вот такой, и там у тебя ничего не получается, и в бизнесе ты там плохой, и лучше бы ты этого не делал. Ну, одним словом, претензии. А когда будет мужчина, который будет с утра до ночи говорить: ты нравится, и ручки хорошие, и пальчики красивые, и так далее, то это все будет увеличивать сексуальную энергию. Я очень рад, что вам понравился мой вебинар. Я надеюсь, он вам понравился.
Если вам данный вебинар понравился, переходите на мой официальный сайт duiko.guru. Также вы сможете посмотреть в описании данного видео ссылки на мои сайты, а также профили в сети Instagram, Facebook, где вы можете написать мне письмо, добавиться в друзья. Не все так плохо. Мы все люди должны просто для себя знать. В случае, если человек принимает идеи эзотерические, среди которых одной из самых главных идей заключается в том, чтобы ценить свою жизнь и радоваться этой жизни, улучшать отношения в семье, радоваться и восхищаться тем, что происходит вокруг вас. Вначале это сложный путь, неподъемный путь, потому что мы привыкли жить с позиции претензий и обвинений. Но все равно, если плавно и медленно над этим работать, то в дальнейшем и появится и материальное благополучие, и деньги, и любовь, и хорошие отношения, и улучшенное, там, и приход материального в семью и так далее. Я уже раньше говорил в одном из семинаров, не нужно ругаться, не нужно материться, это все очень разрушает судьбу. Будьте людьми, исповедующими религию светлых сил. Это религия радости, это религия любви. Там по поводу учеников, которые льют на меня там, и говорят, что я там каким-то был раньше, каким-то стал сейчас. Но обычно эта история одна и та же. Они говорят о том, что Дуйко вначале был худой, потом поправился. Я могу сказать вам, что в тот момент, когда вы смотрите видео 2015 года, это видео, которое было записано в тот момент, когда я получал очередную химиотерапию. И в этот момент из-за того, что мне все время тошнило, и я пил таблетки от тошноты, мне приходилось недоедать. Из-за этого вид у меня там нездоровый и не солнечный. Если вы видите меня и видите меня там красивым, здоровым, солнечным и молодым, знайте, там я как раз не солнечный, не молодой, не здоровый. Это можно увидеть, если бы вы видели по-другому. Посмотрите на уголки глаз, посмотрите на натянутые губы, которые символизируют живот. Посмотрите на вздутый живот. Я считаю, что мужчина, который подходит уже к рубежу, не к рубежу, а к началу 50-летнего возраста, а мне именно столько скоро будет, такой мужчина должен соответствовать своему внешнему виду. То есть если говорить о том, соответствую ли я возрасту 50 лет, я могу сказать, что моей жене мне нравится, как я выгляжу. По поводу лишнего веса, я вешу, в общем-то, нормально, так как занимаюсь стабильно спортом. По поводу самочувствия, чувствую себя очень хорошо. Считаю, что это заслуга исключительно моей жены, которая следит за этим. Там, объедаюсь ли я? Нет, я съедаю очень небольшое количество еды. В основном это вегетарианская пища, но мясо я все равно ем. Пью ли я алкоголь? Нет, я употребляю алкоголя чрезвычайно мало, но могу сказать, что я не ограничиваю себя. Если бы я хотел выпивать, то выпивал. Почему же я ограничиваю? Дело в том, что я считаю, что алкоголь мешает человеку быстро мыслить, а мне хочется, чтобы мои мозги работали очень быстро. Я привык, чтобы они работали хорошо, именно поэтому я ограничиваю себя от алкоголя. Здравствуйте, Андрей Андреевич. К вашим пожеланиям о шуме от коронавируса, мною сделано в начале апреля. Поблагодарить вас за запись. Спасибо за шум вируса. 10 гривен с комиссией перевода. Спасибо. Но нужно же было мне говорить, почему вы это делаете без меня. Подкованы, значит, очень знаем, что будет, значит, подкованы. Поэтому ничего не боимся, не собираем большое количество мусорной информации. Старайтесь все равно, несмотря ни на что, получать от жизни состояние радости и удовольствия. Делайте это обязательно сознанием того, что есть еще и конкуренция эзотерическая.
Чем отличаются люди обычные, которые говорят, что там эзотерика плохо, от людей необычных, которые знают, что эзотерика хорошо? Существует два вида конкуренции. Это конкуренция в физическом обществе, где людьми управляют гормоны и деньги, и эзотерическая, где людьми управляют чувства. В случае, если человек выбирает эзотерическую конкуренцию, то конкурировать ему придется только так. Кто больше испытывает состояние радости, у того больше появляется материального благополучия. Среди людей, кто сильнее, кто быстрее, там, я не знаю, в общем, среди людей, там, 6 миллиардов человек или сколько их там людей живет, конкурировать, кто сильнее, бессмысленно, или кто быстрее, бессмысленно, или кто моложе, бессмысленно. А конкурировать в среде, где там 150 или 200 тысяч человек, эзотерической, и быть я более счастливый, чем ты, или я более радостный, или я более впитал радость, чем ты, ну, в этой среде можно. Большое спасибо, понравился ваш ролик, где готовите волшебную курочку и замечательный штрудель. Нравится все, что вы делаете для нас. Спасибо, и мне нравится что-то делать для людей. Создавая что-то для людей, происходит реализация. Таким образом, благодарности людей делают меня тоже человеком, который получает от Бога. Также хочу вам сказать по поводу тех разговоров, когда говорится, что Дуйко всех берет свой эгрегор. Могу сказать, что это не так. В начале каждого года я разрушаю старый эгрегор. Делаю это перед наступлением нового года. Почему? Я считаю, что эгрегоры заставляют людей болеть, заставляют людей страдать. Поэтому ни одного человека, который проходит мои семинары или который находится в школе, обычно я этих людей не объединяю в эгрегориальные элементы, и это все не делается таким образом. Ну, еще раз большое спасибо за соучастие в данном вебинаре. Как вам понравился такой формат моей деятельности? Это место, где я сижу. Это мой кабинет. Вот так вот он выглядит. Это перед лампой. Здесь диван, а также шкаф и настоящая елка. Я очень люблю елку, она настоящая. Там стоит диванчик кожаный. Ко мне приезжают часто люди, и я прямо вот на этом диванчике с ними сажусь и обсуждаю определенные вопросы, которые касаются бизнеса и так далее. Я желаю вам успеха. Пусть у нас у всех всегда все будет хорошо. Пусть ни мы, ни наши дети никогда не болеют. Большое вам спасибо за участие. До свидания.